Нет, давай, прыгай. Как зовут? Скажи на камеру. Алена. Алена, давай, нужно прыгнуть. Дай веревку. Держи. Ближе к себе. Ага. Нет. Все хорошо, вторую руку отпускай. И держи за собой. Нет. Боюсь. Все проверим. Нет. Нет? Помочь? А как обратно слезть? Никак уже. Все. Могу подтолкнуть? Хочешь? Ты хочешь, чтобы ты колдун? Я тебе снилась, блядь? Я тебе приснюсь после этого. Я тебя еще и найду после этого, блядь. Я тебе приснюсь. Блин. Надо сделать. Давай подсчет. Так легче. Бля, я вспомнила первый раз. Не нужно, я не буду. Надо. Бери за веревку. Нет. Да. Не думай. А я не думаю. Смотри на горизонт. На горизонт смотри. Вниз не смотри. Нет, я не пойду. Почему? Нет, я боюсь. Уверена? Фу, мне голова кружится. Я могу столкнуть тебя. Мне голова кружится. Назад. Бля. Надо сделать. Первый раз было проще. Я быстро прыгнула. Ага. Я ж ноги не чувствую, уже. Все, машина у нас обед валится. От этого это и все, я упаду просто. Бля. Тоже стыдно, да? А если мне плохо станет? Когда? Когда ничего не буду? Вряд ли. Мне уже плохо. Лера! Сука. А? Нет. Блин. Можно я не буду прыгать? Я не хочу! Кому? Сука. У меня аж рот висел, все. Можно глаза закрыть? Что? Глаза закрыть. Можно? Да не нужно. У меня уже ноги сами уходят из-под ног. Ой, там еще кто-то лезет. А. Что? Ты хочешь меня толкнуть? Если попросишь. Mm-hmm.
Бля, у меня голова кружится. Мне плохо. Ты назад хочешь? Да. Так, нет? Пиздец тебе потом будет. Ну ладно. У меня же ноги дрожат, я не могу. Я просто встань на них. На ноги? Да. Не, за протектор. Где-нибудь здесь. Ага. Вторую туда же. Подожди. Да я стою. Будь здорова. Левую руку отпускай. Нет. Отпускай, говорю. Нет. Отпускай, все хорошо. Бля. Смотри на горизонт. Левую руку отпусти. Тут еще выше. Отпускай руку. Я боюсь. Я понимаю. Вы как вы живете? Все нормально. Хуй с ним, город я посмотрела, давай обратно. Че? А, спущусь, спрошу. Вот именно что, бля. Фу, я не могу. Отпускай руку. Не отвлекайся, смотри на горизонт. Иерархию видишь? Нет, где он? Найди. Прямо по курсу. На него прыгаешь. Я не знаю, где. Видишь? Нет. Левую руку отпусти. За веревку обеими возьмись. Возьмись обеими руками. Тут? Да. Ой, не могу. Давай, хорошо будет. У меня же ноги дрожат все. Слышь, у меня от секса так ноги не дрожали, блядь! Сука! Иди нахер! Ага, кривно, блядь! Сука! Дело, говорят. Ага. Второй рукой. Вижу. Не держись сзади. Волшебное слово хусым. Чего? Да мне плохо, у меня голова кружится, я не могу. Да не обманывай. Чем дольше стоишь, тем больше кружится, прыгает внизу. И... Там водичка, кстати, внизу есть. Ага, да, внизу водичка тоже есть. Она внизу, блядь, а я вверху. Тоже водичка, нам отправь вместе с сказкой. Во, я тоже так говорила. Не отправили. Ладно, хуй с ним, хуй с вами. Хуй с ними, хуй с вами. Так? Так? Ну да, можно так. Можно поближе к себе еще. Да, здесь вот так. Вот прикольно, здесь с парашютом будет. На здоровье. Это пух. Нет! Второй рукой берись. Берись, берись, ты стоишь. Ты никуда не денешься отсюда. Ты отпустишь руку. Отпускай, говорю. Сейчас спущусь, спрошу, подожди, я тебя не слышу. Меня уши заложило. Ты
просто стоишь, кайфуешь, да? Тебе сам прикол поставит. Ага, блядь. А еще спускаться же обратно? Не, не, у меня план, я ленивая в этом плане. За веревку хватайся. Чего ты на меня косишься? Берись, говорю. У меня рука укусила. Что ты нагоняешь? Ага. Не говори. Эти два ты взяла? Плохо. Там мы перекурили. Ладно, я пить хочу на самом деле. Я не пью. Блять, лучше пила. Наберись уже. Отпусти его почти. Бля, я не могу. Я не могу еще. Очень долго стоит. Я понимаю, я не могу. Хватайся. Левой рукой. Почему нет? Ладно, давай, смотри. Я не буду прыгать. Спускаться гораздо тяжелее. Ну, пиздец. Там, там очко-то вообще сыграет. Либо вперед, либо никуда. А что там под ногами чувствует? Там под ногами... Да хуя чувствую, да? А можно сидя слезть оттуда, отсюда? На 3 метра, 5 метров снимали лестницу. Стоишь на самом краю. Ты не боишься уже? Боюсь. Да не боишься, не обманывай. За веревку возьми, хорошо? Ну? Смотри, ты отпустилась, ты стоишь. Вообще ничего не изменилось. Вот эту вот левую руку давай на веревку. Ты меня толкнешь. Не толкну я тебя. Толкнешь. Постоишь с веревкой в руках. Ладно. Давай. Все, не толкаю. Да? Нет. Все хорошо? Нет. А что такое? Голова кружится. Да не страшно же уже. За веревку возьмись. Да не за эту веревку. Сидеть не могу. Лучше вниз, не наверх. Да уж наверх. Вниз по карьерной, хуй вы знаете. Такой. Там вниз хуйня, плямы, все. И на месте. Стоишь, куришь, материшься на всех. Сколько секунд от свободного полета? Примерно 2.5-3. Начинается гораздо дольше. Нет, с парашютом, когда плывем. Там 2 минуты свободного было. Но там другие ощущения были. Там чисто, знаешь, как Google карту увеличиваешь, такую падаешь. А здесь только она прям вот она надо. Бля. Чего? Я не могу. Да ты успокойся, 100 раз. Ну не 100 раз, но первый раз. Ну хуй с ним. Все равно успокойся. Давайте. А? Давай что ты? Не давайте. Да не-не-не, уже стоишь. Все нормально. Давай так. Все. Второй рукой хватайся. Ты уже стояла. Ерофей нашла? Нет. Впереди себя смотри. Нет. Вот, нет. Вот, вот смотри. Нет. Домики высокие. Да что ты боишься? Я боюсь. Чего?
не знаю. Упасть. Куда? Туда, блядь! Ты же веревки не упадешь. Она у тебя в руках. И у тебя тоже. Ну. Нихуя. Я тебя поймаю, если что. Где? Ну здесь. Видишь, сколько здесь метр? Руку отпускай. Раз. Все нормально, стоишь. Смотри вперед. Давай на счет три. На счет три? Да, ты меня толкнешь. Тебе нужно опуститься сначала. Ты отпустишься, я посчитаю. Бля. А если ты скажешь три, толкнешь? А если не толкну? Тут можешь потом подняться и поразить. Я бы там подожду. Ну нафиг. А если что-нибудь? Чего-нибудь? Не знаю, что-нибудь. Давай на счет три. Я боюсь. Да что боишься? Да блин, можно я спущусь? Мы уже все проверили. Никто не долетает. Никто не долетает. Вот именно, блядь. Никто не долетает. А я долечу. Ну, долетишь, привет и передавай. Сразу этому тоже там бородатый должен встречать. Ему сразу по бороде. Бычара, да. Ладно, так и быть. На счет три? Да. Отпускайся. Отпускаться на счет три? Нет, отпуститься нужно заранее. Ну, бля! Постоишь с веревкой в руках, я тебя посчитаю. Не, я можно спущусь, я не хочу. Не-не-не. Ну, серьезно. Серьезно. Уже спокойно стоишь на экзите. Да я уже их не чувствую, они у меня сами стоят. Готово. Я же вижу. Блядь. Можно я лучше по дрифту поеду? Что-нибудь. Там не страшно. Там я управляю, тут не я. Ты уже пошел? Бля. Я все очкую. Я тоже. А! Меня думаешь, штаны пятнистые, почему? Ну, если обозрался, не так видно было. Не бои. Потом поедем пиво пить. Я лучше бренди. Бренди. Ой, в это. Бренди вкусный. Я не пью, но сейчас, походу, напьюсь, блядь. Еще я не знаю, и, видимо, еще что-нибудь. Фу. Ладно. Блядь. На счет три. Давай, руку отпускай. Отпусти, ты уже стояла так. Да! Собралась сюда. Соберись, тряпка. Разобралась, еще раз. Бля, мне никогда так страшно не было. На самом деле мне не страшно. Пиздец, что нам жить нагоняют? На самом деле пиздец страшно. Кто мы сейчас тоже в площадку все писем, вот как им потом вернемся на этом. Вау, будет весело. Я ее отпущу на этом, на ручнике, блядь. Пошла в жопу. Я тебя больше не послушаю. Ну тебя нахер. Слушай, давай, за веревку берись. Все раз подъедет. Берись. Стоишь. Стоишь.
отсюда, в пизду! Тебе пизда. Ты можешь бежать вперед, Марк. Нет, ты не побежишь, ты поедешь. В багажнике, блядь. В багажнике. В лес. Можно побыстрее, хочу на землю. Мне не нравится. Это было больно на самом деле. Я все... Я на...